Всем привет, друзья! С вами снова Денис Кухта. И сегодня я вам хочу, друзья, показать самую модерную Икею во всем мире, которая находится у нас в Вене. И вот она уже позади меня. Посмотрите, какое красивое здание. Центральный район Вены. Написано Икея. И огромное количество этажей с мебелью. Ну и не только с мебелью. В этом здании также есть хостел. И также есть потрясающая терраса, которую я вам тоже покажу, с потрясающим видом на Вену. Вот там, высоко, наверху, куда мы сейчас с вами направимся. Концепция этой Икеи, почему она самая модерная Икея во всем мире, очень проста. Эта Икея находится в центральном районе Вены. Здесь нету ни одного паркинга. Сюда можно добраться только общественным транспортом. Это или метро, которое находится также на ЖД вокзале Вестбанхоф, или автобусы, или трамвайчики. Ну и можно прогуляться пешком, так как это центральное место Вены. И здесь, друзья, рядом проходит огромная, самая большая в Австрии торговая улица Мария Гильфер Штрассе. Весь проект стоил для Икеи около 100 миллионов евро. 2 года здесь была колоссальная строечка, и мы сейчас направимся внутрь и посмотрим, как же там внутри. Вот такое вот здание. На улице растут около 150 деревьев, которые посажены в огромные вот такие вот горшки, как вы видите, белые. И на террасе еще огромное количество деревьев. Очень зеленая, веселая, нестандартная Икея. Я вам покажу, почему она нестандартная. И мы сейчас направимся внутрь и будем подниматься потом также на террасу. Вот мы уже внутри. И нас встречает столовая, бистро, где можно купить хот-доги, какие-то булочки. Все это также можно заказать здесь на экране. Можно взять с собой, можно здесь поесть. И, например, здесь есть огромный выбор. Все вы можете посмотреть. Хот-дог стоит 1 евро, друзья. 1 евро стоит хот-дог. Каждый этаж имеет свою продукцию, будь то мебель или посуда. Есть также отдельно выделен этаж для еды, где есть кафе и ресторан от Икеи. И ты, меняя этажи, переезжаешь по эскалатору и выбираешь все, что тебе необходимо. Ну что, ладно, направимся сейчас наверх и посмотрим, что же здесь продается. Вот мы попали на этаж, где продаются только подушки. Разные цены. Вот такая огромная подушка стоит 25 евро. Это вообще за 13 евро подушечка, видите. И каждый этаж имеет свой товар. Есть целые обставленные комнаты, детские комнаты или спальни. И везде ты найдешь ценник. Даже есть ценник вот на вот эту такую вот посуду или какие-то непонятные коробочки. 20-30 центов. Вот чайник. Нужен тебе чайник. Подходишь, смотришь. А, 15 евро. Все, беру. И так здесь все прописано очень хорошо. И ты можешь выбрать и подобрать себе все, что необходимо. Видите, вот здесь переход идет в спальню. Здесь, наверное, это все открывается. Да, вот. Можно посмотреть, как это выглядит. Очень классно. Вот такой встроенный шкаф. Вот здесь тоже сразу видно, сколько стоит кровать. 1919, видите. И концепция этой Икеи уникальна из-за того, что здесь нету парковок, и ты не можешь приехать на своем автомобиле, ты должен все заказывать в Икее, и Икея делает тебе доставку. Самая дешевая доставка — это 25 евро, стандартная доставка 50 евро. Все зависит от того, сколько ты накупил товара в Икее. И может быть, через, если ты набрал там на пару тысяч евро, тогда уже доставка будет бесплатная. И только любую мелочь, которую ты здесь найдешь и сможешь с собой унести, ты, конечно, можешь с собой купить. Везде есть вот такие вот этикетки, где большие продаются вещи, как кровать, как стол. И здесь написано: пожалуйста, обратитесь к рабочим. Обращайся к рабочим, и они тебе бронируют, заказывают и с доставкой на дом потом доставляют это все. Вот здесь есть QR-код. Можно просканировать его
и доставка на дом больших вещей. Только маленький берешь с собой. Повсюду стоят также вот такие вот экраны, где ты можешь себе все планировать. Например, тебе нужна вот эта прихожая. Ты нажимаешь и выбираешь сам себе дизайн. Так, мне надо, например, вот эта штука. Видите, мне надо, например, я не знаю, какой-то там комод, еще что-то. То есть здесь можно играться, выбирать все и сам себе складывать и делать прихожую. Или будь какую мебель. Это очень удобно, это очень круто. Нажимаешь подтвердить, наверное, или вызываешь, и вот сразу ценник высвечивается. Очень прикольно, вообще супер. Или ты можешь выбрать уже из того, что здесь есть. Вот такие вот прихожие. А мы поднимаемся выше. Посмотрите, сколько здесь этажей. Каждый этаж имеет свой товар. Здесь очень удобно ориентироваться. И что самое основное, ты поднимаешься по центру, и тебе сразу видно, где что лежит. То есть обзор здесь просто потрясающий. Вот, мы поднялись наверх. Здесь уже идут какие-то коробочки, какие-то свечи. Видите? Не думал я, что именно в Вене будет построена самая модерная Икея в мире. Это Вена, и на втором месте идет Шанхай. Это круто, это очень круто. Вот здесь находится кафе, ресторан. И здесь уже можно поесть, целый этаж только для еды. Сейчас я нахожусь, друзья, в хостеле. Этот хостел находится сразу в Икее. И вот девушка мне сейчас покажет, как выглядит комната. И мы сейчас все это посмотрим. Так, а мы на у вас? Куль, супа. Здесь даже на этом этаже есть ресторан, где ты можешь заказать и поесть. И мы сейчас посмотрим. Данки дея. Вифили цима гипс, да? О, да, плеце, шляф плеце, да, со? Фо, окей. 345 кроватей есть. Вот так выглядит хостел. Посмотрите, друзья. Как круто, это прям хостел в Икее. Я сейчас спросил девушку, которая хочет мне показать одну из комнат, сколько стоит на одного койко-место в хостеле. Это все новенькое, максимум один месяц. Цена 20 евро в сутки. А если ты бронируешь комнату на двоих, тогда 70, от 79 евро. То есть от 80 евро стоит здесь double room. И 345 здесь находится мест. Но это очень много. Огромное помещение, где каждый сам себе найдет место. Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть-чуть? Да? Чуть-чуть? А, супер. Смотрите, как круто. Здесь можно сидеть, можно здесь отдыхать. Потрясающий вид. Вот сейчас посмотрим. Посмотрите, вау. Как круто здесь выглядит это все. И этот хостел, друзья, находится сразу в Икее. И мы еще будем подниматься сейчас наверх. Вот такой вот вид. Ну, даже можно поиграть. Можно даже поиграть в огромный мегафутбол. Вот такого я еще не видел. Вот это да. Это стол. Вот, пришли сейчас наверх, на второй этаж. И сейчас посмотрим комнату. Это двойная комната, double room. Посмотрите, как круто выглядит. Две кровати. Потрясающий вид. Супаузихт. Richtung Maria Hilfer Straße, ja? Вот такой вот вид. Ja. Вот видите, друзья, здесь можно сидеть. Ну, ja, sieht geil aus. Und neu, alles neu. Ja. Zwei Monate, drei Monate, oder? Ein Monat. Wow, cool. Девушка говорит, только всего лишь один месяц, представляете? И это... Das kostet 80 dann, ja? Ja, genau. Das ist so eine der teuersten. Это 80 евро, вот такая огромная комната. А вот здесь ziemlich groß, also das Zimmer ist ziemlich groß. Ja, Wahnsinn. Hier sind alle Zimmer sehr groß. Aha. Alles, ja? Schauen wir mal noch. Ja. Да, прикольно, прикольно. Очень много места, видите? Выглядит потрясающе. Ну что, посмотрим сейчас, как выглядит комната. Wie viele Personen passen da rein? 12 мест, друзья. И здесь стартует цена от 20 евро. Видите, у каждого своего койко-место. Здесь даже есть шкафчики для вещей.
И этому хостелу всего лишь один месяц. И вот здесь уже вид открывается на поезда и на ЖД вокзал. Также видно предгорье Альп. Очень круто. Ja, das ist super, sehr hell. Sehr ja, helles Zimmer, ja. Wahnsinn. Und kann man auch zumachen. Ja. Sonst haben wir hier... Ah, gibt es da noch was? Девушку зовут Вероника. И она мне здесь все показывает. Ah, so, man kann auch zumachen. Genau, bisschen Privatsphäre, oder? Genau. Немножко приватной сферы. Ja, ziemlich höher. Genau. Aha. Cool, nicht schlecht. Und was steht da? Mit Kindern darf man nicht, ja? Nein. Also mit 7 darf man schon? Weil da steht 0 bis 6. Oben. Ah, oben. Also oben. Genau, ah, ja. Это, видите, здесь такой знак. Mhm. Wir haben auch so Kinderbetten. Verstehe. Genau, cool. Die man extra nehmen kann. Cool. Наверху детям до 6 лет не разрешено спать. Вот так, только внизу. Вот так это все выглядит. Потрясающий вид, друзья. Очень круто. Da gibt es sogar Waschbecken. Здесь даже есть... Hier gleich, oder? Ja. Ah, cool. Видите, друзья, все полностью здесь есть. И даже здесь находится... что у нас здесь находится? А, туалет и душ. Ну, круто. Super, man muss nicht rausgehen. Also in vom Bank. Ja, genau. Cool, sehr angenehm. Und das ist gemischt, oder? Männer, Frauen? Ja, wir haben auch nur Girls only. Ah, gibt es auch. Ja, haben wir. Und... kann man immer auch welche machen, nur für Frauen eben. Super, aber alles klar. Ich habe immer mindestens eins für eine Frau. Alles klar. Есть также места только для девушек, есть только для парней, есть смешанные. И вот Вероника мне показывала, да, такую комнату за 20 евро, друзья. Это очень-очень круто. Ну, здесь есть лифт, можно спуститься вниз. Kann man auch rauf zu Terrasse von hier fahren? Ja, man braucht Schlüssel. Ah, Schlüssel. Genau, nur mit Schlüssel. Aber ich kann dir auch gehen lassen, wenn du willst. Nein, ich gehe dann zu Fuß, ja. Ja, oder zu Fuß. Gleich auf 7. Stock drücken. Alles klar, genau. Alles klar, danke. Also hier im 6. Ja. Stock ist nur für Gäste. Mhm. Deswegen kann man nur mit Chip oder mit Karte kommen. Mhm. Und sonst 7. und 5. Stock ist für alle. Ja, sehr logisch. Wenn man hier wohnt, kann man mit dem Chip rauf. Genau. Здесь можно подняться только для тех, кто живет в этом хостеле. Можно подняться на террасу, куда я сейчас тоже буду подниматься. А так, каждый желающий, не заходя в хостел, тоже может подняться на террасу. Вот так, друзья, называется хостел Joy & Joy, Vienna. Также есть интернет-адрес. Здесь можете посмотреть это все. И вот такое вот классное местечко. Данке тебе, Вероника. Данке. Вот так выглядит, друзья, хостел Вене. В Икее потрясающее классное место. Очень милая девушка Вероника, которая показала мне все, и я это смог вам показать. И здесь, мне кажется, даже иногда зажигает TJ. И вот название хостела. Поднимаюсь сейчас на террасу, самую крутую в мире террасу, что касается Икеи. И я уже практически здесь наверху. Сейчас вам, друзья, покажу. Какой потрясающий вид открывается с этой террасы. Какое солнце. Посмотрите, какие огромные горшки. Здесь полностью растут деревья. И вот уже перед нами самый крутой, незабываемый вид, который только здесь есть рядом. О май год, круто. Посмотрите. Вот это да. Вот это вид. Здесь, конечно, очень сильная. Еще покажу другую сторону террасы, что здесь открывается. А здесь у нас открывается предгорье Альп. Огромное, кстати, количество здесь есть также лавочек. Вот видите, вот здесь идут лавочки, лавочки.
повсюду лавочки, можно посидеть, можно что-то купить, можно купить пиво и посидеть на лавочке и отдохнуть. Ну и, конечно, 150 кустов и деревьев, которые украшают эту икею. И вот такой вид открывается с другой стороны. Посмотрите, окончание Альп, лес, Венский лес. Классно. Ну и высота приличная, конечно. Единственное, на террасе нельзя курить, видите. Курение здесь запрещено. А так здесь можно делать практически все. Отдыхать, кушать, наслаждаться потрясающим видом, учить уроки, монтировать новые видео. Классно. Вот как-то надо сюда прийти с компьютером и сесть и помонтировать новые видео. Сегодня я вам показал, друзья, самую модерную икею во всем мире. И она находится у нас в Вене. С потрясающим видом, с потрясающей террасой, с хостелом, с большим выбором разных товаров и продуктов. Поэтому, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. С вами был Денис Кухта. До новых встреч. Пока.